сразу оглушить активной песней. Сегодня будет очень много композиций на иностранных языках. Точнее, все композиции будут или на португальском, или на польском, или на английском. Но так как музыка — это язык любви, я думаю, что мы друг друга поймем и воспримем. Композиция, написанная Иваном Линсом, композиция, принесшая ему когда-то известность, «Мадалена». С этой композиции Антонио Карлоса Жобима началась моя любовь к джазу и к бразильской музыке. How sensitive. Мне поможет Олег Соколов, контрабас. Thank you.
Thank you.
репертуара «Бебель Жильберто», написана ей и Казузо. Но вот в аранжировке Дмитрия Яковлева она получилась особенно нежной, тонкой. Это песня про счастливую любовь. «Маиш Фелиш». Thank you.
Песня «Корсарию», которую мы сейчас исполним, написал человек с именем, прям как у известного святого, Жоао Боско. «Корсарию». Тропикаста кубех ту джиннея.
сыграем ее по-своему. Thank you.
Thank you.
познакомить с таким явлением, как польские басаномы. Они не такие морские, не такие, может быть, светлые, как бразильские. Более меланхоличные, дождливые, с особым своим настроением. Те композиции на польском языке, которые мы будем исполнять, написали Анна Мария Ёбок и ее муж Марчин Кедринцев. Песни из репертуара Анны Марии Ёбок. Thank you.
Следующая композиция называется «Я не оставлю тебя одну». «Самый чей не заставлю». Очень красивая песня, которая мне лично дарит надежду в трудных ситуациях каждый день. Надеюсь, вы так поймете. Thank you.
Bye.
теплый зал. Спасибо большое, Алексей Козлов. Спасибо всем прекрасным.